В Узбекистане так много удивительных мест, в которых еще сохранилась нетронутая природа. В одно из этих прекрасных мест мы с вами отправимся в рыболовную экспедицию. Добрый вечер, любители рыбалки и отдыха. Сегодня мы, время час ночи, отправляемся в далекий путь на рыбалочку для отдыха и хорошей рыбалки. Ну, примерно где-то от города 1000 километров. Надеемся, что отдохнем и будет хороший клев. Оставайтесь с нами, будет интересно. Ребята, мы сейчас находимся, вот уже подъехали к Самарканду. Но это будет грех, если мы не возьмем самые красивые самаркандские вкусные лепешки. А почему не имеете вино? Тетка, черты как? Самые красивые вкусные лепешки Самарканда. А мы рёганы штет моих? Зажаренная педагога. Говорим на персидском языке, фарси. Ну здесь сейчас вода, здесь солено, а здесь уже пресно. Нет, пресно, это полностью пресный канал. Вот он, вот это вот дюкер, он под низом этого канала. Да, это вот все, то, что с этой стороны, это пресное. Это вот водохранилище, это вот соленая вода вот туда идет, дальше в сторону. Ребят всегда говорят, когда приезжаешь на новое место, обязательно надо общаться с местными рыбаками. В нашем случае мы тут тоже так же поступим. Я его сколько видел по диалогу. Башка здесь. В основном. В основном здесь башка. Это сейчас вода соленая получается? Нет, это пресный канал. Вот вы проехали вот этот, тот соленый. Это пресный, это чардары идет. А вы можете похвастаться своим уловом? А вы еще вчера здесь были? Третий день здесь. Сильный шторм был, наверное, штук 8 убежало. Да вы что? Давайте откроем, покажем нашим зрителям. Вот, ребят. Ну, это маловато. Да. Ну, ничего страшного. Опа. Те разы крупнее были. А в Насайске змей голов, правильно? Да. Ребят, мы сегодня решили немного порыбачить на толстолоба. Я вам сейчас покажу, какую кашу сейчас я приготовлю. Это сливки. Дальше идет у нас кукурузная мука. Это у нас манная крупа. Пшённое молоко туда добавим. И мед. Сироп, можно сказать, медовый, водичка с медом и ванилин. Ну что, ребята, вот кашечка наша готова. Мы сейчас ее в кормушечку
и забросим на Сосолоба. Ребята, это второе уже удилище, одну забросили. Это второе сейчас. Далеко не будем бросать, вот чисто посерединке. Мне кажется, здесь что-то глубоко, чем на самом озере. Попробуем. Ребят, поймали плотвичку, вот сажаем на змей башку. А дальше будет видно. Ну что, ребята, вот на сегодня наш первый змееголов. На фарси называют его мормаи, да, Дим? Да. Мормаи. Он маленький. Ну, маленький. Маленький. Отпустим его. Он глотнул, конечно, хорошо. Отпустим его, конечно, отпустим. Только его надо отключились и крючок утешить. Давайте я вам покажу его, как близко. Малыш, конечно, еще. Но окрас красивый здесь, смотри. Да? Видно тебе красота? Спасибо. Хорошенький такой. Килограмма два есть, нет? Мне кажется, больше. Мне кажется, больше.
Ну что такой хорошенький, да? Нет, вот 1,5-2 килограмма. Ну что, друзья, вот более-менее еще достойный экземпляр. Но на этом не заканчивается? Да, мы только начали. Есть, 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 Бики. Ну что, ребят, вот и меня можно поздравить с почином. Правда, чуть меньше, чем у Бики. Ну ничего, еще рыбалка продолжается у нас. Еще, да, практически сутки. Будем ловить дальше. Остальное все покажем. Ребят, сейчас у нас вот двойная поклевка. Дима побежал мою удочку, вытащил, а я его уж не получилось. Вот два у нас, две штуки попались, мегалова. Конечно, не крупные, но этот уже радует. Смотри. Один на малька дернул, один дернул на резку. На резку, да, вот этот маленький на резку дернул. Дернул. О, смотри, а это на малька. Это тот на малька. Ну, не малька, но... На живца, да, можно сказать. Да. Так что, ребята, рыбалка у нас продолжается. Рыба есть, но пока крупного. Крупных пока нет. Пока нету. Но вся ночь впереди. Надеемся. Надеемся на лучшее. Что хороший экземпляр будет. Постараемся вытащить, конечно, аккуратно. Маленький, отпустим. Ребят, столько мошкары тут, ужас просто. Вот, ребят, сейчас... Насадим еще одного живца. Так. И сделаем заброс. Все готово. Насчет монтажа. Обычный монтаж. Внизу грузило. И вот один крючок. И живец. Натяжку не будем давать. Поставим слабенько вот так. Все, будем ждать поклевки. Thank you.
Ребят, сейчас очень сильный ветер был. Унесло даже палатку. Еле-еле мы там его согнули, нагнули, завязали. Удержали, короче. Был еще дождик. Вот. Сели в машину, подождали, пока он закончился. Вроде ветер стих. Попробуем еще сейчас дальше порыбачить. Если дождик будет. Ну, в принципе, когда дождь, рыба идет хорошо. Посмотрим. Это новое место, мы много чего еще не знаем. И местных рыбаков как-то. Каждый говорит, что-то объясняет. Ну что, ребят, первая поклевка после урагана, сильного дождя, удочки все перепутало. Вот сейчас все удочки начинаем поправлять, вот уже маленький экземпляр сидит. Да, маленький. Ну, будем надеяться, что сейчас все удочки поправим, закинем заново и будем ждать поклевку. Спасибо большое, Костик. Всего хорошего вам. Мы в надежде еще раз сюда приехать, если нормальная будет погода. Спасибо за гостеприимство. Здесь не только это место, надо. Здесь водохранилище большое, но там вообще четкие места есть. Потом, когда сезон будет, много людей на этом месте. Надо свои. Да. В ту сторону она очень. 220 тысяч гектаров воды. Мы с Костей номерами поменялись, созвонимся. Как все рыба пойдет, наверное, приедем еще. Если повезет, конечно, дай бог. Ладно, еще раз спасибо, Кость. Всего доброго. Ребят, вот закончилась наша двухдневная экспедиция. Без приключений не обошлось. Не обошлось. Был очень сильный ветер, ураган. С дождем. Одну удочку тащили у нас ночью. Да, одну удочку мы посеяли. Дождь лился всю ночь. Мы, честно говоря, все вещи намокли. Зашли спать, думали, закончится дождь, а потом будем продолжать рыбалку. Но, увы, ничего не получилось. Да, ничего не получилось. Она лилась как будто с ведра. Холодно, смотрите, у нас сейчас в Бухаре пустыня, наверное, такая жара, а тут вот такой холод. Погода о себе дала знать. Ну, ничего страшного, конечно, мы тоже рады, что мы посетили этот водоем. Очень большой, конечно, очень большой. Очень понравилось, шикарное место, да, очень много рыб, кстати, мы видели. Сюда приедем, конечно, мы когда уже погода стабилизируется, солнышко будет светить. Да. Были амуры, больше 10 килограмм, вот, еще что мы видели с тобой? Змей-башка выпрыгивает, крупная очень. Жерех прыгал, больше 10 килограмм тоже было, издалека это все заметили. Но нам очень понравилось, я думаю, что мы сюда еще вернемся не раз. Да, приедем, обязательно приедем. И будут новые же, такие же приключения, как эти. Ни хвоста, ни чешуи всем, оставайтесь с нами. Приезжайте почаще на рыбалку. Всего доброго. Всем пока-пока.